Ребята, всем привет. Короче, сегодня выходные у нас вот такие. Слушаем музыку. Это мой приятель. Кто увидит Гуччо где-то на трассе или на дороге, вот так, Полгер, надпись на машине. Стоим мы на автохофе, рядом завод BMW, за Мюнхеном там 80 километров, где-то 90, ну что-то в том пределе. И хочу рассказать такое интересное событие, какое у меня произошло буквально вчера, пятница, сегодня суббота. Стоим. Может, кто увидит или кто-то будет когда-то здесь приезжать, выгружаться или загружаться. Нет разницы. Мне там поправят в комментариях, если что не так говорю, потому что уже отдыхаем сегодня, если купим. Тут до озера недалеко, до речки недалеко, ну, 4 километра, в пределах 4 километров. Сам факт, что тут ходит мужик лет 40-45 и предлагает вам массаж. Массаж реально он делает обалденный. Что для рук, что для спины, для ног, особенно для ног, так как все водителя все понимают, что он необходимый, потому что мало движения, постоянно сидишь у руля и тому подобное. Этот мужик подошел ко мне, но сейчас будет самый едос. Подошел, сделал мне массаж спины, рук, ног, но это еще оказался массаж и пениса, блядь. Якобы этот, он русскоговорящий человек, с Белоруссии, на литовских номерах едет на литовской машине. Человек сам якобы врач, но у меня такое чувство, что он и этот самый, но все поняли, кто он такой. На букву П. Или гей, или как там деликатнее сказать. Ну, когда меня начали за яички щупать, я еще как-то так отреагировал. Но когда начали уже трогать полностью мое достоинство, я как бы уже отреагировал. Я врач. И на этом подсознании ты понимаешь, ну хрен его знает, но может человек и вправду врач, потому что он массаж как бы сделал очень деликатно. Ну, тут пообщавшись с остальными водителями, которые до хрена уже тут катаются и знают этого мужика, у некоторых водителей это было и по 3, и по 4 раза. Он или прикид меняет, или еще что-то. Говорит, и каждый раз водителя говорят, он подходит в каком-то новом имидже, в каком-то таком. И тоже хватает за руку просто, привет, привет, ничего ему не надо, ни денег, ни пива, ни водки, ничего в этом макаре, просто хватает за руку и начинает тебе с проходняка руку массажировать. И ты понимаешь, что это как бы мастер своего дела. Ну, думаешь, я как бы и пригласил его к себе в машину, спину мне отмассажировал, спину, ну, вернее, ноги, руки, это просто идеально. То, что я был когда-то в свое время у массажистов, но так как этот мужик делает, это просто бомба. Ну, когда он уже дошел до интим, и мужики мне сказали, что это, ну, как все поняли, гей. Пидор какой-то, вернее, вот так оно будет звучать, не знаю, извиняюсь, конечно, ну, что поделать.
Но сделал он все и в идеале. Ну, когда перешел до достоинства, которого находится, как говорится, в красных труселях, это уже стало сразу понятно, что что-то тут не так. И, естественно, я с диким визгом и матами сказал: он дверь, и он нахрен. Потому что, как бы, для меня это немного... Ну, пока еще там якобы, как он рассказывал, это массаж простаты, шматы, все время за рулем сидишь. Это и так понятно, потому что надо, как бы, это и за собой какой-то уход иметь. Ну, когда уже перешел, я понимаю, что на этом самом своем достоинстве, как бы, он мне начал что-то муру какую-то гнать, что 200 точек там и свыше у человека есть, где он расслабляется, чувствуешь ли прилив крови там в ноги или еще что-то подобное. Ну, я чувствую, естественно, как он мне сделал массаж на ноги, это реально чувствуешь, как облегчение какое-то стало. Ну, как будто в баньке побывал, что тепло везде, как бы, циркулирует, все нормально. Но когда уже начал, как бы, интимную зону трогать, это уже для меня немного стало с удивлением. Я лежал, хотя лицом к нему, и лежу, я понимаю, что меня мужик лапает. Но с другой точки зрения, понимаешь, как якобы, как человек тебе сказал, что он врач, и думаешь, как бы, все бесплатно, туда-сюда, там или пивом угостить, или еще чем-то. Ну, естественно, повелся я на эту тему, но после того, как он меня начал за интим-зону лапать, я уже понял, что что-то тут не так. Факс? Прибыло. Зимний есть. Зимний. Еще прибыло. Курва. Нацистскому. Я пердолю. Все, ребята, всем пока, потому что... О, здесь добрый день, как я говорю, па.